У нас пошел мелкий снежок, снежок, который должен перейти в большой снежок, да? Да. Сегодня насыпет до 20 сантиметров. А мы с Колей решили поехать за маленькой рыбкой и червями. Завтра у нас рыбалка. Метет хорошо уже. Мелко, но метет. То есть мелкий, но метет снежок. Ну что, дорожка снова белая. Вот такая у нас Миннесота. Скоро Новый год. Всех с наступающим Новым годом. Так, что у нас? Мороз 23 Фаренгейта, это, наверное, раза в 5-6. Снег сухой, не налипает, так что с дороги успевает слетать. That's a small. And then the mediums are bigger, they're 5-6 inches. No, small one. Small ones, small. Okay. A dozen of them. Это магазин, где продают всякие наживочки. Коля, почему вот этот нельзя с тройником ловить? Нет, можно. Если у него есть вот этот спир, то он, ну да, вот этот, он считается как нажив. Давай вот это возьмем. Ну, Коля, все, наловим. Давай, закрывай. Рыбалка будет то, что надо. Так, олени вышли на дорогу. Машины тормозят. Ага, ох какой, а. Да их там куча, Коля. Красавицы. Так, еще вот один рыбак приехал. Дедушка рыбак. Помогать нам рыбу ловить. Так, все, давай проверять это. Коль, давай проверять. Третья еще вот там стоит. Там. Показывай. Так, Коля, показывай, давай. Вот там у нас. О, живая, пускай. А так вы как, за хвост что ли? За хвост. Опусти ниже немножко. Все. Хорош, все, на метр, не больше. А лед чем вытаскивать льдинки, есть у вас? Есть, все. Черпак есть? Да, они уже поломали ее, все. А, я черпак привез, у меня классный. Они же играются. Ну все, Коля, он подымет. Все, еще одну давай проверим. О, живой, опускай. Чуть-чуть глубже сделай. Да, вон в палатке бутылочка пивка, теплая, наверное, и рыбу ловит. А мама с Вероникой, пока мы рыбачим, уже сделала лед. И моя дочь уже без подставки научилась кататься. Нет, погода хорошая, но мальчики уже наловились. Поймали, ничего мы не поймали. Вероника, ну ты молодец, ты уже спортсмен. Супер. Мама взяла лопату, я взяла коньки и пеню, а мы не взяли подставку. И теперь я катаюсь. Молодец. Ночная рыбалка. Идем мы ночью. Ловим рыбу. Да. Рыбачки.
сколько поставили этих, как их называют, Коля? Два трипопс. Кого? Флажка два. Да, два флажка и три удочки, да? Да. Ну что, рыбачки, половили? Да, Коля, в чем проблема, что мы не поймали? Нету палатки, да? Да, у нас нету палатки, два нету сонар, и три нету... Что у нас еще нету? А, у нас нету пропейн хитер. Да, хотя у дедушки палатка. Так, все, едем домой. Значит, завтра едем с утра опять на рыбалку, почистим снег и едем на рыбалку. Дорожка красивая, снежная. Доча, все я убрал, все я закрыл, все хорошо. Точно, я забыл, надо было оставить на всю ночь. Да вы бы потом не нашли, надо было какой-то конус ставить, чтобы не замело. Сейчас так заметет.